рамках автопробега Пекин-Париж Уфу посетили уникальные ретро-автомобили таких известных мировых марок, как Bentley, Rolls-Royce и Mercedes. Во-первых, это трансконтинентальное ралли через нас проходит, через наш город Пекин-Париж, который стартовал 28 мая и закончится оно 29 июня в Париже. В ней участвуют около 100 экипажей ретро-автомобилей, представители более чем 10 стран, Англия, Америка, даже есть японцы из Южной Африки. Очень много, в основном богатые люди, обеспеченные, которые могут себе это позволить. В Черстане чуть больше 12 тысяч километров. Пути 33 дня. Будут они 29 июня, должны быть в Париже. Вот. Естественно, по дороге случаются поломки, всевозможные. В принципе, мы вот для этого и помогаем. Наше общество любителей ретро-автомобилей Республики Башкортостан координирует движение по нашей республике. Вот. Также мы тоже стартуем сегодня параллельно с ними на уфимских ретро-автомобилях. Пройдем часть пути ралли по территории нашей республики.